Ребята, всем привет. В общем, я сегодня заехал на заброшку, разобрал несколько щитов деревянных, вот они. И вот тут несколько досок хороших было, остальные все что-то гниловатые какие-то и разломанные. Ну, думаю, они мне пригодятся под что-нибудь. Либо обшить вход землянки, ступеньки ими, либо, может быть, дверь сделать, чтобы зимой снег не заметал. Типа как люк. Ну, в общем, вот такие вот соображения. Не знаю, я их, конечно, заберу, но посмотрим, может, под что-нибудь другое они пригодятся. Сейчас надо будет все это положить. А, нет, сначала надо гвозди все повытаскивать. Здесь гвозди торчат в некоторых местах. Вот, и все это загрузить на велик и стартовать. У меня вот такая вот монтировочка есть. Кто видел в предыдущих видео, я и сдираю гвозди. Это монтировочка батина, советская еще, вечная, прочная. Вечная, прочная и эффективная, я бы сказал так. Так. Надо разобрать. Да, вон уже все сыпется. Так, где мой топорик волшебный? Вот он. Ну все, готово вроде. Да, это на велике увезти, конечно, за один раз не получится. В общем, ребят, я решил сегодня это все вывезти отсюда. Вот эти доски тоже надо забрать. Это мой второй заход. Вот набрал в рюкзак тоже вот этих досточек. Первый заход уже отвез, сейчас второй. Думаю, еще надо вернуться, сделать все до конца. Если, конечно, фонарики не сядут. Уже стемнело просто, ничего не видно на дороге. Короче, ребят, вот притаранил я практически все. Остальное завтра привезу. Сколько у меня тут? 9 досок привез. И мелких 8. Так, остальное все завтра привезу. Сегодня чувствую, батарейка сядет. Не доеду по темноте с досками. Либо буду пешком идти, но долго. Так, что тут у меня? Все на месте. Дровишки мои березовые подсохли немного. Ну, не совсем, но подсохли. Так, что у меня тут еще? У меня совок появился. Моя супруга Натали постаралась, молодец. Помогает мне потихонечку, всякую утварь покупает. Мне просто времени категорически не хватает, а она так... Там слышит, что я там говорю, мне то-то не хватает, она потом идет... На буднях все покупает. Молодец. Лайки ей за это и уважение. Так. Ну что, я думаю, сегодня печку не буду топить. Не так уж холодно. В общем, ребят, подготовил немного бревен. Хочу сделать вот так вот продолжение.
Вот так вот хочу положить бревна и потом сделать щит, типа как люка. В общем, чтобы не заметало снегом зимой. Бревна почистил от коры, напилил. Думаю, мне хватит. По 3 бревна на каждую сторону. Ну и боковушки вот так чем-нибудь тоже заделаю. В общем, ребят, вырубил я такие вот пазы на жердях. Все, сейчас буду ставить. Но похоже, что еще надо по одному бревну допиливать с каждой стороны. Сюда и сюда. Чуть маловато. Я думал, нормально будет. 80 сантиметров. Здесь 90. По-быстрому сбегал, рубанул 2 бревна. Заодно их от шкуры почистил, вернее от коры, и сделал такой же паз, как и на всех тех 6. Фух, аж вспотел. Постараюсь по-быстрому сколотить щит. Хотя бы, просто на неделе дожди обещают. Хотя бы чуть-чуть защитить свою землянку от дождей. Кисти накачаю заодно. Так, чуть-чуть левой надо поработать.
Ну такое, килограмм 15, наверное. Представляете, еще снега навалит. Ну ничего, справимся. Кипит хорошенечко. Так. Отлично. Ем бутерброд из лепешки с ветчиной и сыром. Чуть-чуть надо подкрепиться сегодня. Вкуснотища. Ничего. Осталось совсем немного. Скоро приведу все в порядок тут. Не будет у меня вот такого бардака с дровами. Все будет на своих местах. Обработаю белизной на всякий случай.
так вот я эту сторону всю заделал досками. Сейчас буду либо гвоздями прибивать, либо закручу саморезами. Темнеет рано, не успеваешь ничего сделать, и дождь, кстати, собирается. Так, еще раз контрольный замер. 80 81. Ну, в общем, вот так вот у меня получается. Больше всего похоже уже на блиндаж, нежели чем землянка. Ну, прикольно. Я даже не думал, что у меня вот такой результат выйдет. Кому нравится, ставьте лайки, комментируйте. Кто смотрит без подписки, не забываем подписываться. Так, теперь нужно мне это все накрыть полиэтиленом и засыпать землей. И эту сторону тоже. Вот, но сегодня уже, скорее всего, не успею это сделать, так как уже темнеет. Темнеет очень быстро. Думаю, если хорошая погода будет, то продолжу завтра.
Как обычно, по пути заехал на заброшку, нашел вот стройматериалы себе, захватил его с собой, думаю, сегодня мне пригодится в строительстве.
Так. Да, сухое вообще, коряга. Если боялся его убрать, думал, может, нормально, но оказалось, что не нормально. В общем, ребята, вот так вот у меня получается. Вот такой вот вход. Мне уж даже самому нравится.
пока не буду прибивать основательно. Сейчас вот этот вот тоже прибью слегка и посмотрим, что получится. Отлично. Так, сейчас еще. Теперь попробую щит накинуть, проверить, не будет он гулять туда-сюда. Посмотрим, как я сделал свою работу. Отлично. Ставьте, ребята, лайкосы, пишите комменты. Все, дверь идеально легла, не болтает. Теперь прибью сейчас, и на сегодня все. И надо будет, конечно, еще один щиток маленький сделать, либо вниз, либо вверх, я не знаю, вот этого не хватает. Посмотрим, придумаем. Самое главное, такая серьезная работа сегодня выполнена. Все, поехали. Так, теперь финальная примерка, и на сегодня все.
Да, что тут у меня? Отлично. О, как раз выход для меня аварийный. Прикольно. Отлично. Вообще огонь. Мне нравится. В общем, ребята, смотрите, вот так вот получилось у меня сегодня. Вроде неплохо выглядит. Только теперь осталось вот вниз сделать еще один щиток мелкий. И на этом все. А, ну еще нужно замаскировать вот это вот место. Это, этим займусь позже. Сегодня уже все, уже темнеет у нас. Потихонечку в лесу становится темно. Нужно собираться и стартовать в сторону дома. Ну все, ребята, с вами не прощаюсь. С вами был Андрей. Всем удачи, всем здравия, ребят. До новых встреч.